Девчат, всем большой привет! Доброе утро! Мы начинаем новый влог. Сейчас с Лёшей едем в город. Нужно по работе нам некоторые вопросы решить, поэтому вызвали бабушку-дедушку, что посидели с нашими девчонками. Сейчас выходной день, и вот нам нужно по работе в городе быть. Но я хочу зайти в несколько магазинов, посмотреть кое-что и заодно поснимаю вам. А сначала мы решили с Лёшей заехать в парк, потому что прекрасная погода, золотая осень, немножко прогуляться, просто вдвоем пройтись. Поэтому едем немножко пораньше. Вот, нам к 10, сейчас 9. В общем, заедем, прогуляемся, и дальше уже у нас работа. Вот, а, наверное, вечером съездим всей семьей, выберемся на прогулку. После прогулки в парке мы тут зашли в Золотое Яблоко, зашли в Борг, купили наконец-то вафельницу. Не было их долгое время в наличии, вот наконец поступили. Теперь будем дома готовить вкусные вафли. Очень мне понравилась вафельница. Это, кстати, кто подписан на мой телеграм-канал, уже знают, что мы ее приобрели. Сегодня у нас такой влог получается прям за несколько дней. Буду делиться с вами последними событиями. Вода холодная, вода горячая, выбрать. А еще буквально вчера забегала в магазин Син и Фамилия. Хочу показать, что тут видела интересного. Понравилась вот такая вот шкатулка деревянная из дерева манго. Для тех, кто любит вот предметы интерьера, да, в стиле таком деревянном, мне кажется, отлично смотрится. Есть разные подносы, свечи. Кстати, вот у этих свечей очень приятные ароматы. Свечка в форме тыквы. Стоят они порядка где-то рублей 500. А мне понравилось, и я взяла домой вот такую вот свечу. У нее тоже очень приятный аромат, и хочу ее поставить на наш стеклянный журнальный столик в гостиной. Появились разные вазы, подсвечники. Показываю вам тут по возможности цены, когда не забываю переворачивать, чтобы вы могли ориентироваться. Ну а вообще, конечно, ассортимент такой интересный, много чего появилось и нового. Ну и, конечно же, большой выбор разных свечей. Вот такая вот 500 рублей стоит. Мне понравился, кстати, вот этот пуф. Интересный орнамент, такой, мне кажется, очень минималистичный, лаконичный и стильный. А также понравилась вот эта вот свеча. Мне она не очень как-то вот нужна, подходит по стилю, я ее не брала. А так вещь действительно стильный. Даже когда свеча догорит, ее можно использовать как декоративный элемент, такая вот вазочка небольшая. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I...
Что еще взяла? Мне очень понравились вот эти вот разделочные доски, хотя я бы их назвала больше сервировочные, для подачи. Мрамор и манговое дерево. Стоят они 600-700 рублей, как-то так. В общем, я взяла и прямоугольную, взяла и круглую. У дерева есть разный оттенок, можно выбрать, но смотрится потрясающе. Также вот такой вот керамический дозатор, чем-то напоминает Zara Home, у меня такой был, стоит 500 рублей. Правда, вот только в черном цвете, но смотрится тоже здорово и стильно. Понравились мне бутылочки стеклянные, в принципе, красивые столовые приборы. Понравилась вот эта вот кружка за 500 рублей с двойным дном. Двойные стенки у нее, знаете, как будто прям янтарная, горит. Ну и сейчас я уже пришла в магазин «Фамилия». Тоже поделюсь с вами своими находками. Очень интересные корзины. 1300 рублей стоит. Можно там хранить какие-то пледы, детские игрушки. Например, если детки маленькие, там в гостиной или в самой детской. Нашла, кстати, вот такое вот кашпо. Фирма Umbra. У меня абсолютно такие же в спальне. Посмотрите, какие классные пиалы KitchenAid, стоит всего 600 рублей. И такой более подробный обзор, что я приобрела, я также выкладывала, девчата, в своем телеграм-канале. Так что, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Еще мне понравилась вот такая вот подставка. Можно под косметику, можно под канцелярию. Стоит 900 рублей, очень добротная. И прям, знаете, один в один, как в H&M Home было. И сейчас вам покажу еще очень интересное блюдо. Можно использовать как салатник, как вазу под фрукты. От Цвиллинг, и цена у него всего 1600 рублей. Цвиллинг, знаете, такая небюджетная марка, стоит все-таки таких больших денег, а тут хорошая скидка. И также нашла даже в «Фамилии», девчата, блюдо от Велерой Бог. Тоже потрясающая на них цена. Пока занимаюсь делами под выгодой. Девчата, у нас уже вечер 21 числа. Я сейчас буду потихоньку Лёше упаковывать подарки. Первый подарок — это вот такой вот аромат. В магазине «Золотое яблоко» я его купила. Значит, бренд Atkinson's, если я правильно читаю. Название аромата Oud Save the King. Вот, очень приятный, удовый, и знаете, я бы сказала, такой тихий аромат, без какой-то перчинки, горчинки. Он действительно приятный. Вот, и буду сейчас упаковывать. Жду, кстати, сейчас еще доставку шариков. Вот в такую бумагу. Это Икея. Серебристая, обычная. Нашла в своих запасах. Она идеально подходит к цвету, который сейчас шары приедут еще. В общем, сейчас начинаю упаковывать подарки. Еще буду использовать вот такую вот ленточку. Очень удобно ей упаковывать что-то. Все на двухсторонние, наклеили, оторвали, отрезали сколько вам нужно, оторвали, и все приклеилось. Вот такую штучку я ее покупала в Ашане, но я думаю, на любом сейчас маркетплейсе это можно приобрести. Значит, один подарок мы с вами упаковали, теперь следующий. Ну, это будет у нас приставка, вот такая вот. Вот такой вот. PlayStation 5. Я ее покупала через Авито, девочки. Ну, потому что в магазинах сложно найти, чтобы еще была в наличии. Поэтому вот нашла у нас в Нижнем Новгороде. Дальше вот такие вот наушники тоже PlayStation. Я хотела именно в сочетании белый с черным. Они бывают чисто черные. Мне понравились вот такие. Лиза! Ну, потому что он играет, если то в наушниках у меня.
И вот такую вот подставку. В общем, здесь под джойстики, наушники, приставка, чтобы все это аккуратненько стояло и смотрелось. Поэтому теперь нам нужно упаковать вот этот подарок. Девчата, сегодня просто с вами поделюсь, какие подарки, как упаковывали. На следующий день мы просто сходили вместе с Лешей, позавтракали с Машенькой, пока девочки у нас были в школе, на занятиях. Потом вернулись домой, потому что кружки и секции никто не отменял. И я уже накрыла стол, позвали родителей, посидели очень душевно. И честно, просто не было времени, возможности еще это и заснять. Поэтому, к сожалению, там готовку и праздничный стол я просто даже не успела отснять, вот, но было очень вкусно по-семейному, по-домашнему. И почему мы справляли дома? Потому что тяжело сейчас подгадать, чтобы там Маша спала, и, в общем-то, ну, хотелось просто отдохнуть, расслабиться, а в ресторане все равно пришлось бы, чтобы она у кого-нибудь была на руках, поэтому решили, пока она еще не сидит, мы лучше вот такие вот какие-то праздники будем справлять дома, а когда уже будет с ней полегче, естественно, ну, для нас удобнее сходить в ресторан, не заморачиваться ни с готовкой, ни с мытьем посуды. Теперь нам нужно идти. Так, мы посмотрели, что у нас есть из запасов. Нашли вот такие вот бежевого цвета, ну, она прям телесного. И вот такого перламутрового цвета ленточки. Будем сейчас их использовать для того, чтобы все это доупаковать. Да, Машуль? Я буду это. Готовилась я к дню рождения тоже буквально вот прям накануне, в последний день. Спасибо моей маме, она посидела с Машенькой, у меня вот была возможность съездить в город по делам, докупить там кое-что, заказать, в общем, все, оформить доставку тортика, чтобы, ну, все равно какой-то праздник создать, потому что, несмотря на то, что нам уже там, Леша, вот 33 года исполнилось, все равно, мне кажется, очень приятно получить подарок, все это распаковать, этот знак внимания, пускай тортик, какие-то шарики, вот, все это формирует наши воспоминания. Девчат, сейчас вам покажу тортик, который бенто-торт, но такой маленький, который именно с утра мы с ним его поздравим. Вот так он, в общем, выглядит. Золотые капельки, золотая надпись. Мне кажется, очень красиво. Сюда еще поставим золотую свечку. Значит, тортик у меня в такой черно-золотой гамме. А вот шары. Шары, они идут черный, серебро, серый оттенок. Торт мне именно хотелось в золоте, в серебре не хотелось, вот, но, в общем-то, пускай немножко отличается по цветовой гамме, я думаю, это не критично, вот, просто как-то золото здесь активно мне не хотелось, а тортик хотелось именно с такой надписью, поэтому сделала, в общем-то, как мне нравилось. Тут у нас подарки. Сейчас, конечно, при электрическом свете они прям такие супер-супер какие-то персиковые ленточки. В реальности они бежевые, вот такого телесного цвета. А, ну, в общем, все мы упаковали. Упаковка у нас серебряная. Вот наши подарочки с девчонками. Софиечка уже свою открытку вложила. И вот... Зайка Мел. И вот такого зайку она повидали, да? Угу, вот тут мел есть. Обожаю заниматься уборкой на кухне. Сейчас складываю всю посуду в раковину. Не знаю, пока буду мыть руками или в посудомоечной машине. Посмотрим, сколько всего наберется и сколько из этой посуды можно будет положить в посудомоечную машину. А пока продолжу протирать столешницу, протираю фартук. Ну, здесь он практически не пачкается, потому что я очень редко, когда здесь что-то режу, готовлю. Вот форма такой кухни, да, по кончикам, скажем так, таким... Она, конечно, дает большое пространство,
плане столешницы. Но так или иначе, мне кажется, все равно ты готовишь между раковиной и плитой. По крайней мере, я. Несмотря на то, что здесь вот так много места, использую я ее крайне-крайне редко. Пересыпаю сахар, и в основном у нас здесь что? Хранится какая-то техника, гаджеты. Вот, кстати, возвращаю на место капучинатор, не так давно он у нас появился, делает просто обалденную пенку. Ну, еще сегодня хочу протереть посуду, которая на полочках у меня стоит на кухне, ну и также сами полочки, поэтому все спускаю. Кстати, вот эта деревянная посуда, разные чаши, они у меня даже пылиться не успевают, потому что я ими пользуюсь, ну, если не ежедневно, то раз в несколько дней точно. Я в них и какие-то салаты подаю, и просто ингредиенты там нарезаю, поэтому они у меня в постоянном обиходе, и пылиться не успевает. Также у меня там стоит соковыжималка для цитрусовых, мы тоже ей достаточно часто пользуемся. Лёша выжимает девочкам сок. Ну, у меня вот как-то так сложилось, что в семье все больше любят апельсиновый сок, если говорить про свежевыжатый. Поэтому для нас такая вот соковыжималка для цитрусовых получилась самое актуальное, хотя у нас еще и шнековая соковыжималка, но она такая громоздкая, ее потом так тяжело мыть, что просто ленимся ей пользоваться, а это прям всегда под рукой, очень удобно. И еще хочу помыть фасады. Знаете, да, когда выходит солнышко, то наши фасады расцветают во всей красе. Видны все капли, какие-то потеки, отпечатки пальцев. Хотя у меня фасад из дерева, как я и говорила, он не очень маркий в том плане, что прям все-все-все видно. Но уже, в общем, требовал внимания моего, поэтому быстро протерла при помощи средства и все. Фасады как новенькие, чистые и аккуратные. Кстати, сейчас Лёша гуляет с Машей, гуляет Софика, Лизонька в школе. У Софики сегодня нет занятий, поэтому она пораньше дома. В общем, он гуляет с девчонками, а у меня есть время для того, чтобы немножко прибраться на кухне, поэтому я решила вот эту зону рядом с плитой тоже здесь все протереть, заложить свежую пасту, потому что все, что там уже было, вот в этой... Как в этой баночке, в общем, мы же все съели. Протереть все, заложить на свои места, все разложить, чтобы было чистое. Для кого-то, я повторюсь, всегда говорю, для кого-то это просто страшный ужас, такое количество баночек, специй, еще чего-то, за всем за этим ухаживать, протирать. А для меня это удовольствие, то есть мне очень нравится вот готовить в такой обстановке, в такой атмосфере, поэтому те положительные эмоции, какое-то удовольствие в процессе приготовления, которое я получаю, это вот с лихвой компенсирует все то, что нужно за этим ухаживать. Но повторюсь, все мы абсолютно разные, и каждый выстраивает свою жизнь, свой быт так, как ему нравится. Я вас каждый раз об этом говорю, ни в коем случае никого не учу, не говорю, как нужно, я просто показываю, как это у меня, и надеюсь, что кого-то вдохновляю на создание абсолютно не такой же, а какой-то своей атмосферы в доме. Bad woman, keep calling me a mad woman.
Давно мне надо уже было навести порядок в выдвижном ящике, где у нас хранятся столовые приборы. Там столько мусора, там столько каких-то крошек, непонятно чего. Такое ощущение у меня, как будто бы мы туда кладем не чистую посуду, не чистые столовые приборы, а грязные. Я не знаю, откуда оно вообще там берется. Потому что столешница, она же свисает немножко над самими ящиками. То есть даже если туда смахиваешь что-то с этой крошки там сметаешь, столешницу, ну как туда в ящик все это попадает? Честно, я вообще не понимаю, поэтому сейчас все достаю, мою все ячейки. Разделитель у меня здесь бамбуковый, из Икеи, столовые приборы, Ларидут, которые золотые, серебристые, по-моему, у нас Берков, ну, честно, не помню, не буду обманывать вас. Вот аксессуары, которые у меня здесь есть, это в основном Тескома, Икея и также Джозеф. Вот так. Еще часто спрашиваете, Катя, какими ножами вы пользуетесь. Ножи у меня есть Тефаль, есть Тескома, по-моему, то ли Атит, то ли атрибут. Белые ножи — это ножи, которые продаются в Метро, по-моему, их бренд. Вот так, такие у меня, в общем-то, ножи, и ими пользуюсь. Ну и раз уж я разбирала ящик со столовыми приборами, и там оказались кухонные принадлежности, которые должны храниться вот в этом ящике, здесь у меня такая сборная солянка, один контейнер — разные терки, во втором хранятся разные баночки, контейнеры, в третьем у меня хранится россыпь, знаете, разные какие-то кухонные помощники, типа как вот вынуть сердцевинку из яблок, разрезать на дольки, ну, такого плана ножиточка. И я решила здесь тоже навести порядок, например, убрать все лишние банки, которые здесь есть. Естественно, они мне нужны в количестве 5 штук. Оставила всего парочку, плюс контейнеры, которые нужны, а все остальное я спустила в цоколь, в кладовую. Все дети уже дома, Лиза вернулась домой со школы, попросили у меня все дружно какао, поэтому им варю в капучинаторе. Мы почему выбрали вот этот именно смэк, потому что у него большой объем, кажется, здесь 600 мл, поэтому я спокойно могу сварить какао на 2 чашки, такие большие для девчонок. И все получается быстро, просто. Варю здесь какао, добавляю молоко и само какао сверху, а потом просто в чашку добавляю по ложечке сахара и размешиваю. Девчонки у меня пьют большим удовольствием, наслаждаются. Какао, кстати, приобретаю я в магазине Мяснов. В телеграм-канале тоже делилась тем, как готовлю какао, и там девчата в комментариях накидали еще интересные ссылочки, там, по-моему, на Wildberries, на интересные вкусные сорта какао, который, знаете, таким шоколадным вкусом. Так что, если интересно, зайдите, посмотрите.
Ну и что мне остается на сегодня? Мне нужно отпарить осенний гардероб, потому что на выходных я здесь вещи все летние свои убрала, достала осенние, и вот нужно отпарить их, чтобы они были аккуратными. И также, если где требуется, я еще машинкой для катышков прохожусь. Вот, например, у меня этот костюм от Massimo Dutti шерстяной, он, в принципе, не скатывается, в этом проблемы нет, но вот по краям, знаете, шерсть немножко, как будто бы вот она сбилась, я поэтому срезаю машинкой для катышков. Машинка у меня от Xiaomi, а парогенератор Steam One называется он. Неплохой парогенератор, вообще он отлично парит. Единственное, знаете, чего ему не хватает? Ему не хватает доски такой вертикальной сзади, для того, чтобы можно было там, допустим, прислонить. Я, честно, вот не пробовала такой. Возможно, мне просто так интуитивно кажется, что будет удобно. Может быть, на самом деле нет. То есть здесь мне нужно, вот эта стойка идет в комплекте, мне нужно вещь натянуть, чтобы ее отпарить. И отпаривается все очень быстро и без проблем. Не знаю, возможно, вот с такой вот задней спинкой будет лучше, а может быть и не будет лучше. Если у кого-то есть такие вот вертикальные отпариватели, напишите в комментариях, как лучше, потому что девчата тоже в Телеграме меня спрашивали, что посоветуете, что порекомендуете. В принципе, достойная вещь, хорошо парит. Ну и все, девчата, на сегодня я буду свое видео заканчивать. Надеюсь, оно вам понравилось. Провели с удовольствием время вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой Телеграм-канал. Оставляйте ваши комментарии. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!